Привет, мои дорогие! Вы все давно просите сделать видео с идеями для подарков. Как вы помните, я уже снимала ролик про подарок маме. Это была шкатулка из книги, ссылочка будет в описании на этот ролик. А сегодня мы сделаем универсальные подарки, которые можно подарить маме, бабушке, сестре, подруге. В общем, приступим! Для первой поделки понадобится чашка. Только не глубокая, а маленькая. Ее нужно покрасить краской из баллончика. Из фоамирана можно сделать маленький крокус. Сначала обводим шаблон лепестка на фоамиран. На один цветок нам понадобится 6 штук. И вырезаем. Нагреваем каждый лепесток на утюге. И прикладываем к гофрированной бумаге, чтобы появилась текстура. Из желтого фоамирана вырезаем маленький прямоугольник. На одной стороне делаем бахрому. Приклеиваем к проволоке желтый прямоугольник бахромой вверх. Теперь приклеиваем тычинки. Я уже купила готовые, но их можно сделать самостоятельно из ниток и клея. Дальше клеим лепестки крокуса. Сначала ряд из 3 лепестков. А потом второй ряд между лепестками первого ряда. Стебель обматывается зеленой тейп-лентой. Из зеленого фоамирана делаем 2 листика. Вырезаем длинную ленту и разрезаем ее по диагонали. Прикладываем к утюгу, чтобы материал скрутился. Округляем края. Приклеиваем к стеблю. На донышко чашки приклеим солому, наш крокус. Можно гнезда с яйцами. Можно украсить ярлычком на прищепке. Чашку можно повесить за ручку на ленту или шпагат. Давно хотела сделать милую открытку из спичечного коробка. Обклеиваем коробок белой бумагой. Распечатаем и вырежем домик и кроликов. Размеры должны быть такими, чтобы влезли в наш спичечный коробок. Приклеиваем домик на объемный двухсторонний скотч. Вверху напишем «Дом там», троеточие. А внутри коробочка приклеим кроликов и напишем «Где мама?». Мини-открытка готова! А еще можно сделать косметику своими руками. Например, скраб для тела. Нужен только сахар, масло кунжутное, оливковое, подсолнечное или виноградных косточек. И несколько капель любого эфирного масла. Подкрасим пищевым красителем. На баночку напечатаем наклейку. И все! Это были все идеи на сегодня. Надеюсь, они вам понравились. Если вам понравился ролик, то поставьте пальчик вверх, не забудьте. И подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. До встречи в следующем видео. Пока!